Москва Веб-Арена. Один из тех последних дней в этом календарном году, когда можно еще с удовольствием поработать, посидеть на трибунах стадиона. Нападающих центральных и Сергей Николаевич Игнашевич, главный тренер. Сейчас у нас важное событие в центре поля, дорогие друзья. И точнее, наши специально отобранные эксперты в студии абсолютно точно расшифруют эту задачу. Ну, если ты хочешь спросить меня об этом, я скажу, наверное, что Максим Мухин в качестве сейчас несколько более интересный вариант. Но что касается отсутствия Заболотного, он с такого подвижного нападения, где и Давила, и Чаный. Ну, может быть, это такой вот стереотип, что он нападает. Пока Балтик с мячом. Ну, пока-то вообще приходится левого центрального играть Гайчу. Правда, защита. Ну, что делать? Милан, универсал. Хорошая подача, борьба в воздухе. Человек, который умеет забивать. Но Балтика не... Которые отвечают за развитие социальных сетей в ЦСКА. Но после того матча Сергей Николаевич сказал, что все-таки Балтике повезло. Ахмат очень крепкая команда. И результат пришел, может быть, отчасти не заслуженный. Хотя, конечно, по работе Балтика уже давно все заслужила. Мишка очень красиво здесь на фланге работал с мячом Галая. Тщательную контратаку Аббос Файзулаев. Отработал до конца. Здорово. Много атак проводит времени сегодня. Причем атаки позиционные. И команда Игнашевича, вот я брал, начинаем понимать, что в премьер-лиге важно, что менее важно. Осваиваемся. В общем, интересно попробовать поучаствовать в этом. В телеграм-канале матч, премьер. Все-таки нашел возможность пробить. Сото. Здесь Мур. Гаич не дает продвигаться Гильермо Сото по флангу. Вот так вот с легкостью. И Файзулаев подходит. Ну, Лазареву предстоит операция на колени. У Пряхина небольшой помни. Это очень высокий показатель. Ну и мы видим настолько высокую игру Балтики. Но Федор возвращает мяч. Ни Федор, ни Обляков пока. Чалов здесь восходит. Файзулаев. Что сделает с мячом? Ох. Жестко. В этом сезоне пока не провела ни одного сухого матча. Единственный такой клуб, профессиональный футбольный клуб ЦСКА. Галаян 20-й, Бистрович 17-й, Осипов 5-й. По флангам справа 13-й Сото, слева 7-й Фернандес. Одним из лидеров атаки этой команды. Набабкин успевает первым к мячу. Да, но он же и выпускает этот мяч. Неудачно здесь получилось. У него борьба с Гильермо Сочиной, потому что он встречается с «Зенитом». «Зенит» после двух поражений в чемпионате, «Зенит» после того, как он проиграл «Балтике» уже в кубке, будет, конечно, зол. Радмановац. Передача по флангу. Прощупывают. Он же ему сейчас выкатывал под удар, то есть он был на подборе очень хорош. Гильермо Сото. Ищет нам все-таки возможность сделать передачку, куда-то ближе к воротам Акинфеева. Нет такой возможности делать. А это вот передача, обрез. Перехват мяча. Ну и здесь тоже. Классического прохода и навеса Келлу. И, в общем-то, и выглядит, возможно, его разминка, правда? Это психологическая подготовка. Это Артура Галаяна, который 20. Который, кстати, сразу отправился в раздевалку. Так. Вообще получается... И Роша, и Набабкин вышел на замену, и Максима Мухина. Ну что ж, ЦСКА выдал сегодня нормальный, стабильный, ровный и, может быть, не совсем яркий.